Привязался к этой печке, печка, вот, доживешь до моих годов, тогда и вякай. Ну, я же тебе не в обиду, но спрашивать, зачем люди в космос летают, это я тебе расскажу. Ну и растолкуй, вот для чего тебя учат, чтобы ты со стариками, что ли, ругался? Ну, во-первых, освоение космоса – это надо. Вот придет время, люди сядут на Луну, а еще пройдет время – долетят до Венеры. Но. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них, а? Погоди, Юрок. Они что, такие же, как мы, что ли? Ну, этого я точно не знаю. Но. Может быть, они маленько пострашнее. Но. Потому что атмосфера не такая, больше давит. О, еще и драться кинутся. За что? Как за что? Спросят, зачем? Прилетели? Нет, Юрок, непрошенный гость хуже татарина. Не кинутся. Еще неизвестно, кто из нас умнее. Может, они. Тогда мы будем у них учиться. А когда техника разовьется, дальше полетим. А.